Вейв? Вейп. Что-то боюсь ошибиться. Видела, да. И мне очень интересно, конечно. Но пока у меня нет такого телефона навороченного. Ну, в общем, химия какая-то. Но не табак. А, который курит? Да, видела. Ну, ощущение такое кофе. Вот попил кофе, крепкий кофе. Ой, а у вас ничего, что это течет там? Что-то там ничего и не идет. Никакого удовольствия я не получаю. Просто я бросил курить вот там лет 5 назад, 6. Сразу кашель. Еще можно попробовать? Только красивый дым идет. Больше ничего. Тут чего-то цветочное добавлено еще ко всему прочему. Ну, дань моде. Что-то необычное. Они хотят выделиться. Вы же сигарету выкурил, бросил это вообще. А это как бы праздничное такое. Времяпровождение. Вот в компании будет сидеть этот подросток, и вот вроде что-то он такой не как все. Я обычно говорила это, ну, когда вот кто-то курит, то я бы хватит дымить твоей дымилкой. В руке хорошо лежит, да, вот я представила себя подростком, вот и я в компании сейчас бы вот взяла, вот. Начинать не буду. Вот я хотя бы этим вот возле мальчика выкрутилась. Вот, необычным таким.